Грандиозный субботник провели в районе поселка Верхнекозымский Белоярского района. Из леса вывезли предметы, пролежавшие там не одно десятилетие – клетки бывшей зверофермы. По слухам, во время войны пушнина из этого места шла на продажу, а на вырученные средства покупали необходимые для фронта, пишет региональный природнадзор. На месте уборки нашли и некоторые артефакты, а именно кованые гвозди. Очищенная территория оказалась брусничной поляной. Следующим летом можно собирать урожай.